Жители региона поставили свои оценки за деятельность чиновникам, главам города и района. В округе завершила работу виртуальная система мониторинга деятельности органов власти. Проголосовать в интернете мог каждый. Результаты опроса показали, у жителей к работе чиновников вопросы есть, причем немало. В первую очередь они связаны с качеством дорог и организацией энергоснабжения в населенных пунктах. Исследование проводилось в течение месяца на сайтах администрации НАО и муниципальных образований. Результаты опроса показали, организации работы общественного транспорта в Нарьян-Маре удовлетворены всего 52% горожан. Такое же количество жителей окружной столицы устраивает уровень организации теплоснабжения и водоснабжения в городе. Почти 80% нарьян-марцев удовлетворены тем, как в заполярной столице проходит снабжение жилых домов газом. А вот состоянием нарьян-марских автодорог недовольны 93%. Почти 24% опрошены не устраивает, как организована транспортная логистика между городом и населенными пунктами. Напомню, исследование проводилось в рамках исполнения указа президента об оценке эффективности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов.